За это время российская прокуратура прошла большой путь становления и развития. Сегодня это одно из важнейших правоохранительных институтов государства. Благодаря сотрудникам региональной службы за минувший год было пресечено около 80 тысяч правонарушений, связанных с коррупцией. Возбуждено более 80 уголовных дел. Со словами благодарности за добросовестную работу и поздравлениями в формате видеообращения к присутствующим обратился заместитель генпрокурора страны. Более 10 лет я работал рядом с вами. Это высокая для меня честь. Мы достигли больших с вами результатов. Это стало возможно благодаря именно вам, а также тесному взаимодействию всех правоохранителей, судебной системы, органов власти и местного самоуправления. Всем желаю добра, благополучия и профессиональных успехов. Поздравить служителей закона приехали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Глава региона отметил высокий уровень доверия жителей края к сотрудникам прокуратуры. Созданное почти 3 века назад ведомство и сегодня сохраняет свои основные задачи – отстаивать права и интересы людей. Прокуратура и сейчас выполняет свою важнейшую функцию – обеспечивает законность и порядок в стране, в нашем крае. Очень важно, чтобы граждане, жители нашего края знали, что у них есть защитник. Закон – это совокупность норм, а прокуратура – это совокупность характеров. Людей, которые порой в приоритет своим желаниям, благополучию ставят службу. Я благодарен вам за честную и профессиональную работу. Вы делаете все, чтобы наш край стабильно развивался, был не только безопасным, но и экономически сильным. С праздником, коллеги! Лучших сотрудников краевого ведомства отметили наградами и почетными грамотами, а завершился торжественный прием праздничным концертом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.